Валерий Ховрачев, победивший на выборах главы городского поселения Скоропусковский, вступил в должность. Инаугурация состоялась в актовом зале школы. Избирательная комиссия городского поселения Скоропусковский решила признать выборы главы городского поселения Скоропусковский состоявшимися. А результаты выборов действительными. В выборах главы Скоропусковского приняли участие более 1400 избирателей. Это 26% от числа голосующих. По словам Валерия Ховрачева, это лучший показатель в области среди городских поселений. За кандидатуру Ховрачева проголосовало около 1000 избирателей. Избранный глава Скоропусковского принес присягу. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Служить процветанию поселения и благополучие его жителей. Валерий Ховрачев избирается на второй срок. Жители Скоропусковского отмечают, в поселении появились дороги, благоустроенные дворы и отремонтированные тротуары. Детские площадки появились, не одна площадка, несколько, спортивные площадки. Дороги стали нормальные, тротуары почти у каждого дома есть. Но хочу вам сказать спасибо большое за это и напутствие такое, чтобы темпы не останавливались, а продолжались еще с большей скоростью. Вместе с главой поселения жители Скоропусковского выбирали и свой совет. В его состав вошли 9 депутатов. Самому молодому Екатерине Сидоровой, воспитателю детского сада, 21 год. Ирина Белякова, Антон Коврижных. Программа «События».